Здравствуйте, с вами программа «Гипотеза» и я, Лилия Иликова. Сегодня у нас в гостях американист, директор Института США и Канады РАН, профессор Валерий Николаевич Гарбузов. Добрый день. Здравствуйте. Валерий Николаевич, вы очень давно занимаетесь Америкой, изучениями США. С какого времени? Ну, с какого времени? С того времени, когда я стал учиться в аспирантуре, вот, наверное, тогда и мой интерес сконцентрировался на Соединенных Штатах Америки. То есть это получается где-то с середины 80-х годов прошлого века. Угу. То есть вы как раз вот Америку такую, можете ее в динамике видеть и про нее рассказать? Ну да, ну нет, но любой американист, он, во-первых, должен знать историю Соединенных Штатов Америки не только с этого времени, но и с колониальных времен, потому что, не зная истории США, не зная, как становилась эта нация на ноги и как она эволюционировала, развивалась дальше, невозможно понять, что с ней происходит сегодня. Невозможно ответить на вопрос, как государство, которое было создано в североамериканских колониях Англии, за такой короткий период времени прошло путь, который другие страны и народы проходили столетиями и даже тысячелетиями. И как это государство превратилось в супердержаву, доминирующую на земном шаре. Это можно объяснить, только зная всю историю США в целом, в комплексе. Давайте попробуем тогда, вот исходя из этого, поговорить о последних событиях в Америке. Угу. Вообще сейчас на мировой повестке миграционная проблема, она в топе, да, если в топе запросов. Это очень такая тема, которая у всех на устах. Угу. И Америку она тоже не обошла. Если мы посмотрим на последние события, даже там по сообщениям Евроньюз, вот интересно, был караван мигрантов из Латинской Америки, который пытался перейти в Соединенные Штаты, но уперся в стену. Угу. И мы помним, что Трамп, когда озвучил свою предвыборную риторику, в своей предвыборной программе говорил о проекте «Стена», о том, что он построит стену между Соединенными Штатами и Мексикой для того, чтобы пресечь вообще незаконную, нелегальную миграцию. То есть, и вот как раз этот караван шел, буквально там новостные агентства отслеживали, как он шел, но он пришел к стене и сидит около стены. И при этом другой вопрос, другой момент еще был. Недавно президент Трамп озвучил такое предположение, что он готов отменить конституционную норму по гражданству Соединенных Штатов. То есть, если раньше тот, кто рожден на территории Америки, становился американцем, то теперь он готов это отменить. В таком случае не перестает ли Америка, та самая, которая является страной иммигрантов, та самая Америка воплощение американской мечты, когда любой человек мог приехать туда с $5 в кармане. Да? Мы все помним вот эти истории 80-х, помним, как Арнольд Шварценеггер стал тем, кем он есть, приехав в Америку, и многие другие известные люди. Не перестанет ли Америка быть вот той самой Америкой в связи с этими двумя вещами? Не пускаем больше иммигрантов и перестаем давать гражданство по рождению. Как вы считаете? Ну, видите, дело в том, что, конечно, проблема миграции, иммиграции – это самая главная проблема для Соединенных Штатов Америки. Потому что американцы, кто такие американцы? Это нация, которая образовалась в результате иммиграционных потоков на североамериканский континент. Потоки это были очень разные, из разных континентов. Но если посмотреть, то американская нация – это, ну, если так можно назвать, это нация наций. Там представлены все этносы мира, там представлены все расы мира. И в этом смысле Соединенные Штаты Америки уникальная страна, действительно уникальная. И в этом смысле, когда мы говорим об американской исключительности, мы имеем в виду и это в том числе. Поэтому это страна, которая создана усилиями всех народов мира. И основной приток населения обеспечивается не только путем естественной рождаемости, но и путем приезда в Соединенные Штаты. Так было всегда. В США существует мощное миграционное законодательство, которое регулирует миграционные потоки. И те люди, которые, используя это миграционное законодательство, законно въезжают на территорию США, к ним, конечно, вопросов никаких нет. Они получают разрешение на проживание, а потом на гражданство. И Трамп этих людей, собственно говоря, не критикует. Но за годы, даже за десятилетия сложилась практика нелегальной миграции в США. Ну, вот то, что вы сказали, эти потоки мигрантов с Мексики, а вообще говоря, американо-мексиканская граница уже давно стала дырой, еще до постройки стены. Через эту она стала дрявой, эта граница. Через эту границу можно было проникнуть на территорию США, нелегально там проводить годы, а потом уже добиваться получения права на жительство официально, гражданство, а если еще и у этих людей рождаются дети, то дети становятся гражданами США по рождению, и тогда уже родители, апеллируя к этому факту, стремятся получать гражданство. Но Трамп прав. В чем? Потоки нелегальной миграции несут с собой очень большие проблемы. Ну, во-первых, сам фактор нелегальности. Сам фактор нелегального проникновения на территории США влечет за собой уже другие нелегальные действия. Нелегальное устройство на работу. Эти люди не платят налоги. И появились целые места, целые отрасли, где заняты именно нелегальные иммигранты. Предпринимателям это выгодно, потому что они не производят отчисления в фонды социального страхования, они экономят на трудовых ресурсах. И действительно, Трамп поднял очень важную проблему. Но в своей предвыборной кампании 2016 года он предложил, ну, мне кажется, слишком простой путь решения этой проблемы – построить стену на границе. Надо сказать, что эта стена строилась, эти укрепления пограничные. Строились еще до Трампа, и полностью граница не была защищена. Но реально, есть и другая реальность. Эта граница, даже со стеной, участки со стеной, превратилась в магнит для различного рода дельцов, которые занимаются самой настоящей переправкой нелегальных мигрантов на территорию США. Через подземные переходы, через мосты, которые сооружаются там через эту стену. Они берут за это деньги. То есть возник вопрос о том, как вообще обеспечить нормальное функционирование вот такой защищенной границы. И здесь Соединенным Штатам Америки пока что еще, мне кажется, работать и работать. Потому что мало построить стену, но важно еще и содержать эту стену с тем, чтобы эта стена действительно прекратила поток нелегальной миграции, и этот нелегальный поток направить в законное, законодательно зафиксированное русло. Можно сразу я уточню? Вы сказали, что очень мощное миграционное законодательство в Штатах. Угу. И изначально страна иммигрантов. В чем тогда причина, вот как вы видите, почему такие большие потоки именно нелегалов переходят, если возможно получить гражданство и легальным образом хотя бы вид на жительство и остаться как в Соединенных Штатах? А потому что американское законодательство в этом плане, оно достаточно жесткое. И люди, которые не идут легальным путем, а идут нелегальным путем, они осознают, что если они пойдут легальным путем, то процесс получения гражданства может замедлиться на годы, а может и вообще закрыть им дорогу в Соединенные Штаты Америки. Потому что американское иммиграционное законодательство обозначает категории лиц, которые пользуются преимущественным правом на жительство в Соединенных Штатах Америки, они обозначают преимущества, так сказать, по профессиональной принадлежности, по квалификации. Американцы отдают предпочтение квалифицированной рабочей силе, а не людям без профессии, без специальности. А, как правило, нелегальные иммигранты – это люди без профессии, без специальности, это разнорабочие. Вот те люди, которые в этих потоках около этой стены собрались. И, естественно, им рассчитывать на то, что их примет американское государство, не приходится. Поэтому они действуют вот таким нелегальным путем. Ну вот как вы считаете, с тем караваном, который сейчас пришел и сидит у стены, которых снимают репортажи Евроньюз и говорят, что это нарушение прав человека, потому что люди сидят, ну практически, не в таких прямых выражениях, конечно, но что люди сидят без еды, без крова, они сидят безнадежные, но не уходят никуда от стены в надежде, что их все-таки пропустят. Вот что с ними будет? Ну, понимаете, вообще говоря, по нормам американского законодательства, их не должны бы пускать вот просто так на территорию США. Должны рассматриваться заявки. Заявки на получение американского гражданства или на право на жительство. Как и предусмотрено вообще законодательством. То есть есть легальный путь получения гражданства. И просто так вот чохом пускать огромную массу людей, я думаю, что это было бы не в духе Трампа, и вообще это было бы исключительным таким шагом в нарушение американского законодательства. Но дело в том, что есть опыт Европы. Ну, то есть они не сделают, как Меркель, вершафен дас, и не откроют просто так. Понимаете, ворота, в чем дело? Вот есть опыт Европы. Европа открыла свои двери мигрантам без всяких вот таких разрешительных документов, понимая, что ситуация исключительная, понимая, что здесь стоит вопрос даже, в общем-то, о жизни и смерти этих людей. И временно, как теперь вот говорят, Европа дала возможность этим людей пережить трудности в тех домах, в которых они находились у себя. Не знаю, насколько это временно будет, но, судя по всему, этот процесс затягивается в Европе. Да. Трамп не хочет повторения всего этого, потому что для Соединенных Штатов Америки проблема нелегальной миграции достаточно горячая проблема. По официальной статистике, только по официальной статистике, в США 11 миллионов нелегальных мигрантов или тех людей, которые живут на территории США без разрешения. Ну, сюда можно прибавить еще 5-6 миллионов, тут очень сложно сказать. Неучтенных граждан. Поэтому это действительно огромная масса людей, которая... У Трампа есть доводы. Среди них многие преступники, среди них многие наркоманы. Все эти люди практически не платят налоги, ни федеральные, ни местные. То есть они не вносят общий вклад в страну, в которую они так стремились проникнуть нелегально. И эти доводы поддерживаются частью американцев. Кроме всего прочего, эти люди претендуют на получение каких-то социальных пособий даже, на поддержку церковных общин, которые существуют в США и занимаются активной социальной деятельностью. Это тоже проблема. Поэтому значительная часть американцев поддержала Трампа и проголосовала за это, считая, что такой неконтролируемый поток иммиграции, да, Америка страна иммигрантов, но неконтролируемая иммиграция, она может разрушить страну. Может разрушить страну. Потому что, понимаете, в Соединенные Штаты Америки всегда ехали люди из других стран. Разные причины гнали их в США. И, очевидно, так будет всегда. Америка – это страна, в которую всегда въезжали. Америка – это страна, которая всегда принимала. И Америка – это страна, которая, между прочим, шла, когда подходило время, на миграционные амнистии. То есть единовременно давала возможность получения гражданства вот этим самым нелегальным мигрантам. И таким образом они становились гражданами Соединенных Штатов Америки. Трамп не тот человек, который склонен идти на такого рода амнистии и предоставить эту амнистию всем официальным, всем вот этим 11 миллионам нелегальных мигрантов. Сейчас не то время. Но каким-то образом урегулировать этот вопрос Трамп пытается. Я не думаю, что у него это по большому счету получится. Потому что у него есть противники, прежде всего в демократической партии, которая стала таким магнитом, притягивающим цветных, черных, испаноязычных. Это потенциальный электорат демократической партии. И демократы строят свою... политику в отношении этого вопроса следующим образом. Надо помогать решать проблему мигрантов не с помощью вот такой жесткой высылки всех нелегальных мигрантов, а дифференцированно. А вообще практика депортации насколько распространена? То есть насколько значительное количество, даже по сравнению с Европой, въезжают миллионы, депортируют тысячи? Вы знаете, в чем дело? Нет, в Соединенных Штатах Америки миграционная служба работает. И работает, в общем-то, неплохо. Миграционная полиция следит за каждым фактом нелегального пребывания на территории США. За каждым. Это отслеживать можно. Достаточно сложно, но можно. Конечно, те предприниматели, которые идут на прием на работу нелегальных мигрантов, они предпринимают различного рода уловки, но если это обнаруживается, то страдают и эти самые предприниматели, которые... нелегально берут на работу тех, кто находится на территории Соединенных Штатов Америки незаконно. Ну, а когда уж факт нелегального пребывания доказан, то, конечно, уже вступают механизмы депортации этих граждан. Но, коль мы говорим о том, что 11 миллионов нелегалов на территории США, то, конечно... что называется, резервы у миграционной службы есть еще. Работать и работать в этом направлении. Вот. Позиция Трампа состоит в том, что надо решать вопрос за пределами США, а не в самих Соединенных Штатах Америки. То есть не пускать нелегалов на территорию США, а пускать эти потоки только через законные, законодательно зафиксированные пути проникновения на территорию США. Но здесь ничего не поделать, это действительно так. Любой бы государственный деятель так говорил. Но есть реалии, есть реалии. Это вот факт нелегальной миграции. Прежние американские администрации в этом виноваты. Виноваты миграционные службы, виновато в то само миграционное законодательство, которое не предусматривает все варианты и возможности решения этой проблемы. Но надо сказать, что всю историю Соединенных Штатов Америки, особенно начиная с массовой китайской миграции, американское государство вводило ограничения на въезд в США. То ли это путем квот было с разных регионов мира, то ли это путем квот ежегодных. То есть американское государство не в состоянии тоже принять всех желающих. А есть ли какие-то предпочтения как раз вот по квотам, расовые, может быть, или этнические? Потому что если посмотреть по составу сейчас, скажем так, не этническому, а этнического происхождения, то там ведь порядка 10% это немецкого происхождения, 8, по-моему, процентов на 2010 год было, на вес статистики я не нашла. Это ирландского происхождения, итальянского примерно столько же. Вот, то есть это мы все время говорим о белых, о европейцах, которые туда ехали. На настоящий момент, вот на ваш взгляд, есть какие-то именно предпочтения по легальной миграции, квотированию какой-то? То есть кого впускают в первую очередь? Это законодательство все время меняется. Сначала были квоты по регионам. Сегодня американское законодательство таково, что американское государство проводит политику поддержания так называемого этнического разнообразия. Угу. Суть этой политики этнического разнообразия состоит в том, чтобы давать разрешение на въезд США ровно в таком количестве, каков процент этого этноса в самих Соединенных Штатах Америки. То есть, ну, грубо говоря, допустим, если какой-то этнос представлен в количестве 10% угу. США, то 10% ежегодно и должны этих принять. От въезжающих, от процентов въезжающих. От въезжающих. Вот. И так по остальным этносам. То есть вот эта политика этнического разнообразия. Угу. Но, с другой стороны, есть еще и преимущество в отношении квалифицированной рабочей силы, редкие специалисты в области точных, естественных наук, в области информатики. Ну, там целый перечень специальностей, угу. людей, которые обладают преимущественным правом при въезде в США, если они подают заявку на... То есть идут по отдельной въезд. Квоте. Да, да, да. Вот если говорим о расовом этническом разнообразии, в статистику, если сравнивать, вот с конца 70-х, начала 80-х годов по как раз расово-этническому составу внутри, и сейчас, получается ведь, что, например, афроамериканцы, азиатское население и все-таки латиноамериканское, оно количественно в большей, как сказать, более быстрыми темпами растет, ну, в силу того, что даже фертильное поведение ведь другое. А если мы говорим вот строго о белом-белом населении, то оно растет гораздо меньшими темпами. Каким образом и отражено ли это в политической структуре, вот представительство в политических структурах, в политическом истеблишменте, в органах власти? То есть оно пропорционально изменилось с тех пор или там все-таки такая старая белая элита? Нет, ну это даже можно видеть вот по... той телевизионной картинки, которую часто показывают. Mm-hmm. Да даже избрание Барака Обамы – это свидетельство того, что что-то происходит, вообще говоря, в самом американском обществе. Да, действительно, на протяжении последних 25, а то, может быть, и 30 лет выявились новые тенденции в структуре, в этническом составе американского населения. И появились новые тенденции. Одна тенденция связана с тем, что более быстрыми темпами увеличивается состав небелого населения Америки, о чем вы сказали. Этого, очевидно, и следовало ожидать. С чем это связано? Ну, во-первых, с иной рождаемостью в этих слоях населения. Во-вторых, с... увеличением, да, более быстрыми темпами иммиграционных процессов, особенно процессов, связанных с желанием испаноязычных жителей Латинской Америки, Центральной Америки перебраться в Соединенные Штаты Америки. И эта тенденция увеличения выходцев из Мексики, из других стран Латинской Америки, потому что через американо-мексиканскую границу, например, нелегальным путем ведь проникают не только мексиканцы, а все, собственно, это вся Латинская Америка стоит перед этой стеной. Вот. Поэтому, конечно, за последние годы количество выходцев из стран Латинской Америки увеличилось. Таким образом, меняется лицо Америки. Оно становится более цветным, более испаноязычным. Оно становится менее белым. По подсчетам, по прогнозам, к 2050 году, может быть, чуть попозже, а может быть, чуть пораньше, но белое население Америки будет, явно это будет видно, оно будет меньше, чем все остальное, цветное и черное. И в связи с этим возникает вопрос, или даже вопросы, очень многие вопросы, связанные и с самим характером американской нации. Понимаете, потому что, ну, всегда ведь было такое классическое представление. Кто такой американец? Это человек, который сделал себя сам, у которого ничего не было, а вот он своим трудом, развитием своих способностей создал свою судьбу сам. Все-таки протестантская такая вот. Это протестантская, конечно, этика. Конечно, это протестантская этика, но к этой протестантской этике прибавлялись и те обстоятельства, в которых эти люди оказывались, и все это вместе способствовало самореализации человека. Потом в связи с этим возникло ведь такое классическое представление о Соединенных Штатах Америки как о стране возможностей. Да. Если у тебя что-то не получалось на своей родине, по разным причинам, то если ты поедешь в США, то там уж ты, там жизнь не идеальная, но если ты будешь трудиться, если ты знаешь цель, то ты и добьешься своего. Вот такое было представление. Ведь почему люди туда ехали, едут и будут стремиться в США? Потому что они считают, что они там, в Соединенных Штатах Америки, могут самореализоваться. Потому что были легенды. Приехал, у него было $8 в кармане, он нашел работу посудомойщиком, а через 10 лет стал звездой. Или стал миллиардером, или кем-то еще. То есть американцы всегда эти примеры, они культивировали, информировали об этом. И это тоже было стимулом для очень многих. Конечно, это не значит, что все с 5-8 долларами в кармане становились миллиардерами. Но, во всяком случае, это действительно было своеобразным таким примером. Сейчас миграционный состав и этнический состав очень серьезно меняется. Меняются предпочтения, меняется образ и стиль жизни. Ведь я думаю, что сегодня нет ни у кого таких старых стереотипов. Америка – это плавильный котел, где переплавляются все нации. Так было в XIX веке, и белое население действительно, может быть, и попадало в этот плавильный котел, и из этого белого появились вот эти стопроцентные американцы. Но что касается выходцев из других континентов, различные этносы, цветные и черные, испаноязычные, они не переправляются в одном котле. Все-таки сегрегация. Они живут компактными группами. Компактными группами. Например, известно, что в Сан-Франциско самый большой в мире Чайна-таун. Китайское население, которое с 19 века оседало в этом районе, оно так и продолжает жить, и они не хотят ассимилироваться с другой частью американского общества. У них свои традиции, у них они поддерживают эти традиции, они разговаривают на китайском языке, и так поступают очень многие этнические группы. Выходцы из Советского Союза и из России тоже они не, так сказать, не ассимилировали на 100%. Испаноязычное население тоже создает свои городки в разных районах Соединенных Штатов Америки. То есть оказалось, что американское общество – это общество, которое, конечно, все-таки сегментированно разделенное, разделенное по этносам. И оно таким стало, и оно таким, очевидно, и будет. И будет. Это очень сложная, вообще говоря, структура общества, когда вроде бы само общество единое и целое, но внутри этого общества существуют различные линии разделения, которые потенциально могут быть конфликтными. Например, они сейчас не очень конфликтны, да? Но потенциально эти линии разделения могут рождать конфликты. Поэтому управлять, руководить американским обществом и государством – это между кем? Очень сложная задача. Ну, а смотрите, вот черные и белые, но время от времени эта конфликтность проявляет себя. Да, потом она засыпает, но опять поднимается этот вопрос. Пока нет каких-то серьезных таких конфликтных ситуаций в отношении испаноязычных и там выходцев из Китая. Вот я все-таки или выходцев из Китая и белых людей. Но все-таки, если вот вернуться к испаноязычным, когда мы смотрим перепись то латиноамериканцы, они относятся к белой группе населения. Внутри, даже если мы посмотрим, внутри белой, да, то есть вот те самые традиционные американцы, которые представители американской мечты, это все-таки ОСП, да, белый, англосакс, протестант, протестант важно. А латиноамериканцы, они католики, причем если мы будем говорить про мексиканцев, то, ну, там по всему видно, что это люди с очень сильным католическим началом, то есть с протестантизмом это немножко не сочетается. Там вот просто даже в этике и в подходе к жизни. Да. Но внутри, если мы смотрим по переписи, то внутри расовой группы они вместе. Поэтому я все и хочу спросить. Вот сами латиноамериканцы, испаноязычные, они себя каким-то образом внутри дифференцируют, получается? Потому что ведь даже если вот мы посмотрим данные Института Сервантеса, которые они проводят по языку ежегодно, то Соединенные Штаты — это вторая в мире испаноговорящая страна. И какие-то штаты, приграничные с Мексикой, они практически испаноговорящие, то есть латиноамериканские. Ну, Техас, юг Техаса, там, Даже интересно, по этому же вот отчету Сервантеса, Института Сервантеса, даже на Аляске 6% людей сказали, что их родной язык испанский. То есть вот он как-то захватывает, получается, Америку-то. Тогда все-таки их представительство во власти, вот насколько оно четко соответствует именно этнической структуре общества? И нет ли вот там какого-то будущего конфликта? Ну, смотрите, значит, действительно, испаноязычные американцы – это уверенно растущая группа населения. Но если мы окинем взглядом историю Соединенных Штатов Америки, то были, например, времена, когда очень быстрыми темпами происходил въезд китайцев. И росла китайская часть населения. Да так росла, что она вызвала беспокойство уже живущих в США, и было время, когда китайцам въезд вообще был запрещен. Именно китайцам, потому что американцы опасались, что действительно такой наплыв китайского населения, да и тогда в 19 веке рождаемость Китая была выше, чем в остальных странах, она просто-напросто перечеркнет вообще Америку как таковую. Долго он был запрещен въезд китайцам? Да, он недолго был. Этот запрет действовал где-то порядка 12-15 лет, но, во всяком случае, некая предубежденность, она существовала. Сейчас быстро растущая группа – это испаноязычные американцы. Может быть, к ним нет такой предубежденности, как к китайцам, но, тем не менее, это та реальность, которая существует. Та реальность, которая существует. Это видно по действительно тем процессам, которые происходят и в политике. Такой железной зависимости и процентного соотношения доли населения испаноязычного в американском обществе и соответствия в политических структурах нет. Здесь это не выдерживается, такая политика. Но мы видим, что среди и сенаторов, и конгрессменов есть достаточно много заметных выходцев с испаноязычными корнями или с мексиканскими корнями. У того же, даже вот у совсем младшего Буша, Джеба Буша, который был губернатором Флориды какое-то время, у него жена как раз мексиканского происхождения. И потомство уже не чисто американское и с английскими, шотландскими, ирландскими корнями. Но есть люди, которые добиваются очень больших успехов, выходцы именно из латиноамериканских стран. Конечно, я думаю, что придет время, и президентом Соединенных Штатов Америки будет выходец с испаноязычными корнями из какой-то из латиноамериканских стран. Может это быть, я не знаю, бывший мексиканец или даже, может быть, бывший кубинец. Просто перехватили потомок. Мой вопрос, хотела об этом же спросить. Ждать ли нам мексиканца или мексиканку, учитывая гендерный тоже состав? Гендерный состав, понимаете, потому что, конечно, кандидат женщина, которая чуть было не попала в Белый дом, это уже признак и активности женщин в Соединенных Штатах Америки. Но и женщины испаноязычные, они достаточно активны сейчас. И надо сказать, что Трамп своей вот такой непродуманной политикой, высказываниями в адрес женщин, он спровоцировал их активность. Например, на последних промежуточных выборах небывалая активность женщин. То есть женщины ответили Трампу делом. Своей политической активностью. И голосовали, и выдвигались, и в местные парламенты, законодательные собрания штатов, и в федеральный парламент. Так что это тоже тенденция общая. Конечно, это не значит, что завтра все случится и произойдет, и женщины будут и там, и там, и там, и будет американский президент... имеющий корни там, из Мексики. Но я думаю, я полагаю, что рано или поздно это произойдет. Теперь, что касается религии. Вот вы совершенно верно подметили выходцы из латиноамериканского региона. Это, конечно, не протестанты. Это католики. Истовые католики. Это причем. Католики. И это... не вписывается, казалось бы, в общую формулу Соединенных Штатов Америки. Совершенно другой потому что подход. Соединенные Штаты и американское общество, жизни. Это все-таки общество, которое, оно достаточно религиозное, но все американцы, они в большей степени, конечно, протестанты. А что такое протестантизм? Это не централизованная церковь, это общины. И у них нет ни папы римского, ни патриарха. И протестантизм – это, в общем, корни американского успеха и в протестантизме тоже. Да. И в протестантизме тоже. Много поэтому вот возникает вопрос, да, а как эта католическая часть, католический сегмент впишется? Хотя, конечно, в Соединенных Штатах Америки есть католики, и есть примеры успешных католических семей. Но все-таки католик, может быть, сейчас он смотрится не как белая птица, а, ну, смотрите, в 1960 году на президентских выборах победил католик Джон Кеннеди. И тогда это было что-то необычное. И многие тогда говорили, что он не приживется вообще на протестантской почве. Да, они могут достигать каких-то успехов в политике, в бизнесе, в дипломатии, но чтобы президент был католиком, это совершенно невозможно. Но он стал. Поэтому я думаю, что и нас ждет будущее, при котором еще будет какой-то один президент Соединенных Штатов Америки, и католик, и испаноязычный. Понимаете, мир меняется, и меняется Америка. Но вопрос в том, как Америка может приспособиться к этому. В чем-то она переживает эти перемены очень болезненно, в чем-то менее болезненно. Но в целом американское общество всегда отличалось своей адаптивностью. Каким-то трудностям, каким-то переменам находился всегда ответ на эти вызовы. Ответ на эти вызовы в мягкой или в более грубой форме, как сегодня Трамп. С миграцией. И можно самый последний вопрос, ну, буквально в двух словах. Все-таки на следующих президентских выборах ждать ли нас, что против Трампа выставят католичку, например, а испаноязычную женщину или испаноязычного католика? Мексиканца. Вы знаете, в случае с Трампом особая ситуация, потому что если республиканская партия сделает ставку на Трампа, чего я не исключаю, то демократы должны крепко думать над тем, чтобы конкурентом у него был лидер, который мог бы его, ну, положить на лопатки. Сделать это очень сложно. Очень сложно. При всем том противодействии, которое ему есть. Это да, потому что, понимаете, Трамп оказался каким-то непотопляемым авианосцем. Харизматик. И он сумел сыграть роль мощного мобилизатора электората во время избирательной кампании. Роль президента ему удается в меньшей степени, но все-таки он держится. Но из всей этой истории, я думаю, и республиканцы, и демократы должны извлечь должны были бы, я сомневаюсь, что они извлекут из этого урок, должны были бы извлечь очень простой урок. Если ты не меняешься, то ты получишь Трампа. Республиканская партия очень долго не менялась. Она не меняла свои программные установки. Она не думала о том, как привлечь на свою сторону новые слои электората и закрепить их за собой. И в итоге она получила Трампа, который все это знает. И электорат у демократов оторвал часть электората. И совершенно новые какие-то, не программные, а понимаете, в чем особенность Трампа? Он нашел больные точки, и электорату дал простые... Популист. Очень простые рецепты решения всех проблем, без всяких сложностей. И оказалось, что именно это и надо. Именно это и надо. Конечно, это не так просто решить. Ни один простой рецепт не вылечивает сразу. И не вылечит он Америку сразу и сегодня. Но дает надежду. Конечно, дает надежду. И дает надежду электорату на то, что если не сегодня, то завтра что-то изменится. Поэтому для Америки победа Трампа – это, конечно, серьезная встряска. Не только для политической элиты США, которая до сих пор, по-моему, не в состоянии оправиться от шока и торпедирует его регулярно каждый день, но и в целом для общества. И если американское общество действительно найдет какой-то адекватный ответ на то, что случилось, и изменится, я имею в виду не только там структуру общества, а главным образом политическая надстройка, то это будет одно. А если это будет движение по уже привычному кругу, то где гарантия, что через какой-то период времени не появится такой же или уже другой Дональд Трамп, который будет ставить проблемы и предлагать простые пути решения, и не все проблемы будут решены. Ну, вот такая достаточно сложная, но для нас, например, очень интересная ситуация в этой стране. Ну, то есть ждать нам следующего кандидата-мексиканца с такими же простыми решениями, нет, но уже для другой части электората, или не ждать? Ну, второго Трампа такого, вот именно такого, наверное, не будет. Но вообще говоря, когда-то придет время, мне сложно говорить о том, будет это на следующих выборах или когда-то, но придет время, конечно, когда президентом США вполне может быть не англосакс. Ну, а почему нет? Но если растет эта часть электората, и она достаточно активная, между прочим, они не просто так лежат на диване и не ходят на избирательные участки, они понимают, что их будущее зависит от них самих, потому что они должны выбирать своих представителей в местные органы власти, и голосовать за губернаторов из своих, и в Конгресс Соединенных Штатов Америки посылать своих, которые должны отстаивать их интересы. И таких людей становится все больше и больше, между прочим. И когда-то должна накопиться вот эта критическая масса, которая приведет к такой активности электората, при которой действительно победителем может стать испаноязычный американец. Ну, политические прогнозы — дело неблагодарное в любом случае, но поживем, увидим. Спасибо вам большое за интересный разговор, Валерий Николаевич. Спасибо вам, что были с нами. До новых встреч. До свидания.